гражданского просвещения. В ноябре 2017 года в Страсбурге было единогласно принято ассоциативным членом сети школ политических исследований Совета Европы. Сеть школ политических исследований существует уже 20 лет и объединяет 21 школу представителей стран Европы и двух североафриканских стран. Миссия школ политических исследований при Совете Европы – это гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров. Ежегодно они проводят серии семинаров и конференций с участием экспертов со всего мира по таким темам, как европейская интеграция, демократия, права человека, верховенство права и глобализация. Академия гражданского просвещения из Кыргызстана – первая школа из стран Азии, которая вошла в эту сеть. Это был долгий путь. Наша академия шла к этому более 4 лет. Был пройден отборочный конкурс, и единогласно всеми членами ассоциации академия была избрана частью этой большой сети. Формируя свою сеть единомышленников, друзей и спикеров из разных стран, за это время мы провели десятки интереснейших сессий, несколько форумов, дискуссионных встреч и издавали публикации. Быть членом Ассоциации школ политических исследований – это большая честь и заслуга наших партнеров, спикеров, участников и, конечно, основателя Академии Эльмиры Нагайбаевой. Признание Академии другими школами из 21 стран, а главное – руководящим органом, во главе с президентом Ассоциации школ политических исследований Совета Европы, в прошлом генеральным секретарем Совета Европы мадам Катрин Ля Люмьер и генеральным секретарем Ассоциации Джеком Хеннингом, является ценным и несет в себе большую ответственность. Мы искренне благодарны Московской школе гражданского образования и Грузинской школе политических исследований за веру в нас и поддержку. Сегодня мы стали частью большой семьи, которая разделяет общие ценности и цели. Мы надеемся, что нашим членством мы внесем собственный вклад в развитие ассоциации, и для нас откроются новые возможности. Важно, что Академия гражданского просвещения открывает новые перспективы для того, чтобы голос Кыргызстана был услышан. Мы готовы интегрироваться в общемировую актуальную дискуссию и нести равное партнерство со странами Европы и всего мира. Мы благодарим всех, кто так или иначе способствовал вхождению нашей Академии в ассоциацию. Это Роза Исаковна Атумбаева, Петр Светальский, Майкл Реймерт, Кшиштоф Становский, Елена Немировская, Юрий Сенокосов, Юлия Кочнева, Светлана Шмелева, Асель Мурзакулова, Жанета Жакыпова и Асель Далаткельдиева, а также многих друзей наших и партнеров.